я приехал. Все отлично. Компактное снаряжение. Вообще ничего компактно. Не вываливается. Классно. Вообще, смотри, что здесь. Иди сюда. Давай. Это палатка. Компактная, легкая. 2 килограмма. Кресло. Дрова, топор. И самое главное, печка. Это печка. Ну вот. Ну и сейчас мы все это организуем. Сложим в единое целое. На пляже сегодня никого нет. Нет, вон рыбак есть даже. Ну рыбак. Я специально ждал, когда все отсюда уйдут, чтобы мне прийти одному и расположиться здесь, как я хочу. Сейчас мы будем купаться, загорать. Отдыхать, загорать. Есть, пить. Да. Классно. Мечта о таком отдыхе. Вот здесь песочный, белый песок. Так, палатка ПР-2, ПИК-99, с печкой. Вот так вот печка тут располагается. Здесь вот самодельная такая развязка для трубы, чтобы изолировать трубу от палатки. Вот так это все тут выглядит. Здесь сделана оттяжка, чтобы изолировать опять же палатку от печки. Вот такая вот здесь развязка. Так, это теплая, но не горячая. А труба горячая, вообще прекрасно. Ожог получится. Ну, нормально. Ну да. Здесь все нормально. Вот такой первый опыт. Палатка. Зимняя палатка ПР-2 производителя ПИК-99. Питерская палаточка. И печка, экономка средняя. Дымок идет. Сейчас мы будем кипятить чай. Так здесь мы располагаемся. Тут уже жарко. Уже просто жарко. Чай сейчас кипит. А, там уже чаинки плавают. Так, вот это место. Ну, здесь нормально. Она, ну, теплая, то есть не накаляется. Нормально. Здесь жарко. Сейчас пойдем купаться. Сейчас пойдем купаться. Отлично. Тут вообще жарко. Для этой палатки. Это огромный источник тепла. Но эта печка у нас стояла в УП-2 мини. А здесь палатка в 3 раза меньше, наверное. Нормально? Да, нормально. Ну, не горячо. Ну, держаться можно, если что. Не, она теплая. С учетом того, что печка сейчас очень интенсивно горит. Ну. Нормально. Ну, такой вот опыт. Вот такой вот интересный опыт. Здесь все уже тает.
баньку, теплую палаточку. Хорошо. Вот такие вот тут виды. Чай, еда готовится, и вот такая вот прелесть на улице сегодня. Просто шикарно. Снег белый такой, пушистый. Здорово. Озеро, купание. Вот так вот шикарно. В общем, получилось очень шикарно. У нас, кстати, есть большой опыт использования этой палатки, в том числе зимой. Зимой мы ее использовали с обогревателем газовым. Но с печкой это, конечно, ни в какое сравнение не идет, потому что обогреватель газовый — это чисто так, ну, погреться. Можно погреться там, ну, час-два посидеть, ну, что-то. А здесь можно жить. Потому что ты готовишь пищу на этой печке, тепло, комфортно. Ну, это совершенно иной отдых и ощущение. И главное, что палатка очень хорошо подошла под эту печечку. Экономка средняя. А если использовать экономку мини, то это будет вообще шикарно. То есть она станет туда еще лучше, занимает меньше места, и ее хватит, чтобы обогревать эту палатку. И, в принципе, также замечательно готовит пищу. Ну и есть идея, мы ее будем проверять, что мы все-таки обойдемся без велоприцепа. То есть, когда у нас будет экономка мини, вот эта палатка, мы все погрузим на велобагажник, и все получится. Но это тема другого похода, другого эксперимента. То есть с этим мы будем еще работать. Ну, как-то так. В общем, в этот раз получилось все очень прекрасно. Как обычно у нас все бывает. У нас все получается очень удачно, прекрасно. Еще ни один наш опыт и эксперимент не завершился неудачно, потому что вот этот человек, он все очень тщательно продумывает. У него в голове там роятся мысли, он их там раскладывает по полочкам, все складывает в какую-то вот такую логичную картинку. И поэтому все происходит успешно. Весь наш опыт, он очень удачный. Ну, с чем я нас и поздравляю. Класс. Сейчас мы поедем домой. Зарядом бодрости, настроения. Все было замечательно.